Друзья, всем привет! Сегодня у нас на дегустации усадьба Мангуб, Розе 2020 года урожая, Республика Крым, Россия. Сортовой состав Каберне Совиньон, алкоголь в диапазоне от 13 до 14% объемных. Вино розового цвета, средней насыщенности, с легким оранжевым оттенком, нос вина чистый, без дефектов. Умеренный плюс интенсивности. Ароматы клубничного джема. Черные сливы. И черные вишни. Во вкусе вино сухое, с высоким теплым алкоголем, со средней кислотностью, со средним телом. С умеренной минус фруктовой концентрацией, в достаточно быстром по продолжительности послевкусии, с легкой горчинкой. Резюмируя, можно сказать, что это вино удовлетворительного качества, достаточно интенсивная ароматика очень спелых ягод и джемовые ноты, то есть ароматики не хватает деликатности. Во вкусе вино тельное, с высоким алкоголем, который маскирует послевкусие вина. Также стоит отметить, что картину портит легкая горчинка во вкусе. Во вкусе не хватает свежести. Пить сейчас, оценка 82 балла, купил за 990 рублей. Cheers!